Министерство обороны Италии подало в парламент страны план, по которому оно хочет заменить имеющиеся самоходные гаубицы FH-70 калибра 155 мм на немецкие самоходные арт-установки RCH-155. Этот план рассчитан на период с 2025 по 2034 годы. Ориентировочный объем затрат на программу составит 1 миллиард 800 миллионов евро. Из них 202 миллиона предусмотрено уже на следующий год. На первом этапе реализации программы объем закупок может составить 40 САУ RCH-155 вместе с сопутствующим обеспечением, что может быть достаточным для перевооружения двух артиллерийских полков армии Италии. Однако со временем объем закупки RCH-155 для итальянской армии может вырасти. Здесь считаем нужным добавить следующее. Если исходить из данных The Military Balance 2024, то в распоряжении итальянской армии на начало этого года было 142 самоходные гаубицы FH-70. Из этого следует, что на данном этапе Италия планирует лишь частичную замену своих гаубиц на новейшие немецкие колесные САУ. На этом фоне может показаться, что эта история с планами Италии заменить FH-70 на RCH-155 интересна в первую очередь тем, что таким образом может высвободиться определенное количество самоходных гаубиц одного из типов, которые ранее поставлялись для сил обороны Украины в рамках военной поддержки. Если исходить из открытых данных, то свои FH-70 для ВСУ передавали Италия и Эстония. Точное количество при этом публично не раскрывалось. Главная особенность FH-70 – это наличие собственного вспомогательного двигателя, поэтому это по сути единственная в мире самодвижущаяся гаубица, которая может самостоятельно передвигаться на относительно небольшие дистанции. Дальность ведения огня из FH-70 составляет до 24 км. Темп стрельбы – до 6 выстрелов в минуту. Возможно, опция стрельбы очередью из 3 выстрелов за 15-20 секунд. В то же время, в этой истории следует обратить внимание и на такой аспект. Раз Италия решила стать новым заказчиком немецких RCH-155, то это означает как раз возможность для большего масштабирования производства таких САУ, в чем также заключается интерес Украины. Так как ранее сообщалось, что Бундесвер может купить 80 САУ RCH-155, но нужны не только деньги, но и дополнительные заказчики.